Game on! Всем привет, друзья! С вами Мама. Сегодня я хотел разобрать вместе с вами новую мету. А безусловно, новый перс. Не просто так он легендарный, он супер жесткий и очень-очень метовый. Но также я хочу вам показать пару нюансов. Ну вот, буквально небольшая мелочь кардинально изменила всю моторику тех или иных персонажей. Так что, без разницы, с какой вы целью играете. Просто по фану там шиды рубитесь. Или там плотная у вас там цель 3 на 3, там ранги, что-то еще. В любом из этих случаев вам эта инфа будет полезна и пригодится. И, кстати, вы на прошлом ролике собрали 15 лайков, вы лютые красавы. А мы договорились, если 15 лайков собираем, то я вот такую красотку, мощную мэг разыграю. И это будет в конце ролика, я расскажу, что надо сделать, чтобы поучаствовать. Так что обязательно участвуйте, потому что этот перс, ну, я даю только деньги. То есть вы даете карту, там, либо киви, я туда кидаю. Но сама суть в том, что я никогда не захожу на аккаунт, не покупаю. И вот этот перс стоит 700 гемасов, это где-то плюс-минус 3000 рублей. Так что обязательно поучаствуйте. Все это расскажу в конце. И закидывайте лайк, если вы рады увидеть. Я часто делаю вам подборку по мете, потому что вы тогда понимаете, что очень жестко работает, что чуть слабее. И, в общем, то, что я видел в балансе, меня не особо впечатлило. Но то, что я потом увидел в боях, я реально офигел. Да, возможно, нет смысла повторяться, вам рассказывать, что этот перс невероятно сильный. Тем более, она сейчас у меня на маленький кубас. Хотя у меня там были пару прикольных каток. Я помогал крысолу добить чуть Мортиса. И там 1000 плюс. Ну, 900, 1000 и так далее. Сила, безусловно, этого перса именно в его ульте. Ну, точнее, в ее ульте. Потому что, когда она становится роботом, она реально становится несокрушимой. И есть моменты, что пока вот этого робота нету, ее можно реально подловить. Это будет, наверное, самая большая вероятность того, как же перебить этого перса. Это просто подловить ее, пока нет ульты. Но если, конечно, это не получится, возможно, есть вариант отступить. Но я сейчас с рандомами это проверю. У меня, правда, там Джеки супер высоко, у меня там и еще персы высоко, но безусловно, это будет интересно проверить, это будут более реальные бои. Но в какой-то степени рандомы могут помешать или тупо против сильной команды кинет, и это где-то отвлечет. Но тест будет хорошим. Так что погнали, проверим. Перс этот сильный, если у вас его нету, не расстраивайтесь, потому что конкурс будет в конце ролика. Ну и погнали к следующим персонажам, которые у нас тут есть. Если коснуться самой Бель, то этого перса, безусловно, очень сильно ослабили, потому что ее тычки теперь слабее, теперь ее отскоки слабее, и, возможно, она будет не столь юзабельна, как ранее. Если я не ошибаюсь, хотя я могу ошибаться, то она раньше, по-моему, тика с двух попаданий сносила, по 1500 с чем-то. Сейчас же двух не хватает, и еще остается сколько? Еще 168 хп остается. Отскоки тоже стали послабее. Ее можно в какой-то там связке, в совокупе взять с какими-то там... Кстати, он очень прикольно выкинул. Очень прикольно он выкинул башку. Да ёшкин кот, а как здесь сломалось-то? Ладно, в общем, я теперь в ловушке, теперь мне уже ничего не поможет. Но также и Бель, возможно, не поможет. Ближайшая обнова, потому что когда теперь ее усилит, это неизвестно. Есть очень много персов, которые страдают. Без учета Бель очень большое количество времени, как нам и сказали, была доминирующим персонажем. И поэтому теперь ее ослабили. И это очень верно. В общем, погнали к следующим персам. Теперь мы пойдем на косарь. Плюс с рандомами. Пусть мы сольем или что-то еще. В принципе, пофиг на эти кубасы. Но я хотел показать обратную сторону Брока. Казалось бы, его там вроде бы пришибли, да? Дальность забрали, дамаг ракеты забрали. Но есть очень интересный пункт. Это связано с его радиусом. И теперь попадать стало куда легче. Ну и сейчас мы это проверим. Да, подбор, конечно, был очень-очень жесткий, очень долгий. И против нас, кстати, от перс. Ну, погнали, посмотрим. Смотрите, Мортис, как же отлично контрит Мортис этого персонажа. А, правда, у нас сколько? Вот Кольт, это, наверное, самый такой, кому тяжелее всего будет. О, робот. Все, можно просто отойти. Конечно, ты не сможешь так на изи это сделать. Ну почти каждая тычка, ребят, залетает. Сейчас это вообще еще легче стало делать.
Может, еще бы не спал. Смотрите, просто каждую пуляю, каждая попадает. А, все, он подловил момент и решил. Блин, Мортис вылетел. Тут что за игры на 1000 плюс? Ну, ребята, серьезно? Как такое работает? Как играть вот на таких кубасах с рандомами? Ну вот на 1000 плюс. Один кофе? Ну, сам факт, ребят, я вас уверяю, Брок просто сумасшедший. Ну, смотрите, каждая тычка просто залетает, даже если... Казалось бы, косвенно ты уже не попал. Да, мы эту игру проиграем, но, сами понимаете, на 1000 плюс и как бы... У одного типа 700 кубасов, у другого 800, вообще АФК ушел, ну, они еще, да, одни еще с одной командой. Ладно, всякое бывает, в любом случае, Брок сейчас, безусловно, мета. Но, есть еще один перс, на которого сейчас ставлю ставку, что постараюсь выиграть, даже если будут рандомы вообще никакие, потому что он стал нереально сумасшедшим, и я сейчас покажу вам этого персонажа. Он был в балансе, и это не Карл. Это, ребята, Джеки. И когда я тестировал этого перса с рандомами, вы не поверите, была ситуация, Пока Джеки — это такой невероятный пик, который просто не могли остановить. Конечно, у меня там в тиме не было пчелы. У меня там были... кто у меня там были? Такие странные персы были. Ладно, ладно, пусть. Самое главное, что не пропустили. И сейчас мы еще вернемся к обычным. Но у Джеки сила в ее супер. Что этот супер творит, у меня просто слов нет. Блин, вот правда Пайпер, то он на миду, то против Тары. Непонятно как работает. Хорош. Просто затягиваем. Хорош, Пайпер, хорош. Просто затягиваешь и бежишь дальше. Это такая невероятная сила у Джеки. Она просто была недооценена. Когда я увидел этот момент, я подумал, ну и что такого? Ну да. Но то, что это моментально происходит, так ты еще и передвигаешься, это просто сумасшедшая вещь. Посмотрим, как закончится эта катка. Но, ребят, Джеки, если вы когда-то мечтали апнуть этого перса, то знаете, что это пришла пора вот прямо сейчас. Да, она была очень метовая. Блин, да. Она была очень метовая, когда она только вышла, и я апнул там просто за один заход. Но сейчас она стала не менее метовой. Правда, нас прессингует просто по КД. Но посмотрим, посмотрим. Так, заряд соберем. Вот просто, ребят, двоих сносит сквозь ульту. Ну, правда, там забью, да? Да, там Тара двоих убил. То же самое произошло. А нет, там еще и Пайпер жила. Но все равно забит. Блин, с Пайпер это не самый лучший пик здесь. Давайте сыграем мы еще одну и все-таки проверим. Просто она оттягивает и сносит. Да нет. У нас тупо силы не хватает. В плане Джеки, конечно, это лютая тема, но когда у тебя еще и Джин, и Пайпер, и еще как-то люто прессингует, поджимает, так не работает. Но сейчас еще раз мы проверим эту тему. Окей, сейчас немного похожий пик против. Так, оттолкнули. Это было прикольно. Пайпер слил уже два гаджета. И вот в следующий раз, поймав ее, ей будет очень больно. Смотрите, ребят, просто подрубайте. Что творит этот перс? Я просто в шоке. Просто оттянули и... Как такая маленькая, малюсенькая вещь могла такую силу принести? Но вот именно этому персонажу. Я не знаю. Давайте, ладно, еще раз. Против каких? Вот я бы хотел бы встретить...
персонажа вот этого нового и на Джеки постоять против нее. Потому что, в принципе, я понимаю, что Джеки, вот такие как Джеки, Морти, смогут с заходу быстро снести. Ты даже не успеешь кастануть ульту, и ты погибнешь просто. Сейчас проверим. Вот, кстати, я кинул, по-моему, на Тиму. Самое главное, чтобы рандомы, не АФКшники были бесполезны. А вот, вот, ребята, мы встретили эту мету. Она нас сейчас порвет, мне кажется. Посмотрите. Пока, Джеки и Макс. Это просто сумасшествие. Блин, надо было... Ладно, пофиг. Самое главное... Один такой заход мы уже продержали с гаджетами. Ульта есть? Затяну, потом, может, нормально сойдет. До последнего будет стоять, ждать пока. Ну просто, что творит этот перс? Что творит эта ульта? Ай, жалко, жалко. Ну, блин, это вообще сумасшедшая тема. Смотрите, он сейчас бежит. С гаджетом. Конечно, я не знаю, как он мяч не потерял, но мы одефали, короче. Ну, это просто пипец. Я так угораю с этого перца. Реально, играть одно удовольствие. Так, лагает. Зря, правда, Макс как-то там соло начал рашить. Мы и так тут пока хил еле останавливаем. Так еще и 3 на 2 остаться. Это очень кори. Ребят, этот пик просто невозможно остановить. Посмотрите, что он делает. Вы видели, как затягивает? Ну, может быть, без Макс мы бы и затащили бы, но сами понимаете, это лютая мета. Даже особо не нужно уметь играть, ты просто подрубаешь ульту, затягивается все. И, короче. И потом вы понимаете, да, что происходит. В общем, будем на этом подойти. А, нет, стойте. Конкурс. Чтобы поучаствовать, нужно... Я сделаю это без инсты, чисто здесь. Написать какой-нибудь комментарий, подписаться на мой основной канал, подрубить код ММА и оставить лайк. По комментариям мы выберем, сейчас я гляну на твинке, когда эта акция заканчивается, сейчас посмотрим, и я вам скажу дату. Ну, короче, я в описании все напишу. Она, по-моему, 4 дня будет или 5 дней, может быть, в конце этого месяца мы подведем воскресенье, может быть, на следующей неделе. Так что участвуйте, все в описании распишу, чтобы вы не ошиблись. Так что всем удачи, ребята, и всем пока.